Экскурс в профессию. Сотрудники первой пожарно-спасательной части устроили для школьников День открытых дверей. Необычную экскурсию организовали в рамках проекта промышленного туризма. Ребята уже примеряли на себя много профессий. Бывали в полиции, на парашютном заводе, ЖД вокзале. Это самая старая часть в городе, самая первая, не зря и номер у нас один. Вот. Познакомились они с пунктом связи части. Вот, познакомились с тем, как мы занимаемся физической подготовкой. Ну, судя по тому, как они идут и обсуждают, детям нравится. По словам специалистов, такое погружение в профессию для ребят очень полезно. Они получают полное представление о том или ином деле. Пожарно-спасательную часть ребятам показали подробно и без прикрас. Ребята узнали, как специалисты МЧС принимают звонки, где отдыхают, обедают, тренируются. Больше всего ребят удивила учебная тревога. Школьники восхищались ловкостью пожарных. Съехать по трубе высотой больше 2 метров на первый этаж не каждому под силу. Отдельно ребятам рассказали об эвакуации и показали спецтехнику. Ну, была у меня такая мечта когда-то — стать пожарным. Была. Вот. Но мне больше всего понравилось, казалось, что это интересно, как проходила учебная тревога. На этом промышленный туризм для школьников не заканчивается. В ближайшее время ребята смогут познакомиться с работой сотрудников Ивановского аэропорта и посетить местное отделение Центробанка. Мария Попова, Антон Осипов, РТВ Иваново.